когда-то со студентами начинала делать эту пьесу. Ну, обстоятельства сложились так, что действующих лиц было гораздо больше, чем студентов у нас в группе. Вот, и мы эту работу отложили. Дело, что тетя Агюстина стояла возле зеркала, а в руках у нее что-то блестело. Но теперь-то я понимаю, что она точила нож! Я играю в этом спектакле тетушку Агюстину. Это характерный персонаж, она является сестрой, так скажем, главной героини, ущемленная, больная, совершенно, я считаю, не свойственная мне героиня. Вдруг вот вся эта иллюминация навела меня на мысль, как это можно сделать. Что это можно сделать музыкальный спектакль, чтобы у каждой женщины, то есть учитывая, что есть фильм замечательный Франсуа Озона «Восемь любящих женщин», вот каждой женщине предложить сделать каждой актрисе какой-то номер. Малышка, девчушка, впервые в Париже, а грохот, как ливень, булыжники лижет. Малышка, девчушка, идет через площадь, а грохот, как ливень, булыжники лижет. Это, прежде всего, бабушка. Бабушка не в стандартном понимании. Это человек, который до сих пор еще молод душой, ну, также и физически, хоть она это активно скрывает, которая очень жаждет жить, которая рвется к жизни и цепляется за нее из последних сил и делает для этого все мыслимое, немыслимое. Я симпатизирую этому персонажу, очень даже ее внутренней активности, ее, не знаю, неутерянной радости жизни, потому что, если судить по пьесе, то прошла она войну и очень много разных вещей, и ничто ее не сломило, собственно. Правильно! Наш совместный проект, проект единомышленников, которые собрались, которые в свое время поддержали вот эту мою идею, даже не просто поддержали, они ее, можно сказать, протолкнули вперед.